Стадион с прекрасным фасадом, как сейчас помню, по улице Меланхолика надо было идти. На ваших экранах сейчас бомб из Голландии, Леван Паниашвили из Грузии. Анхель Корре и Антуан Гризман. Первую угловую Атлетико зарабатывает. Симеоне. Эль Чоло. Как его зовут? Главный тренер Атлетико Мадрид. Трансферное окно. По флангам по всей бровке действует слева. Разумеется, Маркос Алонсо. Прострел на месте. Уходит красивый Эден Азар от одного, от второго, от третьего. Марата. Удар в дальний угол. Мяч мёт. Но выбрал Кристиана Эриксона, игрока другого лондонского клуба Тоттенхэма. Удар снова в ближний угол. Рождение у этого бельгийского таланта. Голы Канте. Получил мяч на правом фланге. Подача Виктора Мозеса. И на дневную встречу у Севильи. Ой-ой-ой, какой удар! Это опять это назад ее и сделать более современный Диего Симеоне. Ну а потом уже пошло-поехало. Антонио, это Н'Голо Канте. Азар с Маратой пытался сыграть в 6-й минуте матча. Гризман отсюда может и в ворота закрутить. Подача, ну, Антуан. Обороны, и Годин Хименес, и Савич Франсуа Эрнандес. Вот здесь рискованно играет Атлетико. Канте. Давид Луис. Заброс на Марату. Отличный. Марата бьет. Какой пас. Канте. Азар. Удар. Второй удар в створ ворот. Альдерон, когда Атлетико переиграл Реал со счетом 2-1. Ту встречу обслуживал турецкий судья. Подача Фабригаса. Выбивает мяч Сауль. На свой момент голевой еще один в первом тайме, как кажется, наиграл Бакайоко. И опять отметим, что вот эти не 38% игрового времени. Но там в первые 4 минуты Атлетико уже 2 забил, поэтому отдал мяч и играл уже потом по счету. Передача! Хорошо разыграли сейчас. Хороший пас. Сауль. Дальше в центр на Караско. Караско на Каре. Караско! С левой ноги удар, рикошет. Не будет. Своих сильных качеств. Подача. Пенальти. Смотрите-ка. Джанет Шакыр. Пенальти! В сезоне это первый пенальти на Эстадио Метрополитано. Удар 1-0. Антуан Гризман. Антуан Гризман. Антипо Курту. Классно разыграл. Фабригас. Подача. И что здесь? Маркос Алонсо. Рикошет. При игре внизу. Коке. Удар. И мяч проходит рядом со штангой. Куртуа отбил. Фабригас. Подача. Выбивает мяч. Коке. У мяча диагональ пошла на Сауля. Сауль выигрывает воздух. Удар. Один из лучших игроков у Челси в первом тайме. Н'Голо Канте. Убирает мяч под правую. Будет подавать. Подача. Мозес к этому мячу не уверен. На игре Куртуа и всей команды по ходу сезона завоевал долгожданный чемпионский. Давид Луис оставляет право исполнить этот штрафной Фабригасу. Подача. Кейхилл мяч сбрасывает Алонсо. Будет удар с левой ноги. В первом туре в матче против Бёрли. Мозес. Удар. Только к воротам подобраться уже реально, но очень тяжело. Азар, подача, опасный гол! Марата, разбивавшийся в последнее время, смотрите, опережает. Франсуа Эрнандес, и внимательно надо играть сейчас Атлетико в обороне. Азар, передача, Фабригас прощает. Это первый гол гостевой команды. Фол. Пока, будем откровенны, смотрится убедительнее футболиста Антонио Конте. Анхель Каре. Может, услышали российского комментатора. Подача. Опасно! И это...